Что ждет Евросоюз? Я, например, вот живу в Италии уже лет, наверное, 14, каждое лето. Был период, когда в Италии действительно было все плохо. Итальянцы бастовали, а в основном пенсионеры или вот люди вот, там многодетные, они действительно уже не справлялись. Да? Цены зашкаливают, государство уже не содержит. А итальянцы привыкли, что у них хорошие пенсии, у них льготы там, и так далее, страховки. Конечно, был какой-то период, мне было страшно. Я не понимала, что будет с этой страной. Сейчас как-то более-менее все выровнялось, честно вам скажу. Во Франции тоже я вот так вот внешне, то есть я не углубляюсь, да, то есть я не живу там, не общаюсь там с местными жителями, не слушаю, что у них внутри там. Но на поверхности я не вижу каких-то особых изменений. Да, стало хуже, но мы тоже, извиняюсь, стали жить не так, как до кризиса, скажу вам честно. И в шоу-бизнесе все уже иначе, и в кинематографе все совершенно уже по-другому. И где-то мы поясочки подтянули, но живем же, все хорошо, как-то серьезнее стали, как-то работать больше стали, да? Также в Европе. Не знаю, мне кажется, есть какие-то страны, которые более активны в этом смысле, да, вот, которые поддерживают там, те страны, которые вообще сидят на шее, скажем так, да, в Евросоюзе. Пока я не вижу какого-то развала, вот, что-то они там были, еще пока балансируют, мне кажется, какой-то период будет балансировать. Все будет зависеть от того, что произойдет вообще с Украиной. Я очень боюсь войны, скажу вам честно. Вот, как Америка себя поведет? То есть сейчас Евросоюз полностью зависит от того, что произойдет с нашими странами. Америка, Украина, Россия, мне кажется.